Всем привет! Сегодня 7 марта. Всех поздравляю с наступающим днем 8 марта. И первое, что хочу сегодня снять первое видео, это посеять немножко алисума и лобелии. Почему? Потому что снег выпал у нас к 8 марта. Все свои посевы я сдвинула ровно на месяц. Даже больше, наверное, потому что в прошлом году у меня уже в этом году и огурцы, и помидоры, и петуни были. Но все перерастает. Я живу в южном регионе, в городе Ростове-на-Дону. И больше месяца, как говорится, они у меня перерастают. Приходится и вот эти растения подстригать, и петуни подстригать. Вот, не говоря уж о помидорах. Поэтому я все сдвинула. И вот в марте месяце решила понемножечку высевать. Вот. Ну, сегодня я хочу на снежок высеять лобелию. Вот это император Вильям, он мне очень нравится, акустики такие красивые. И лобелия ампельная. Вот. И, наверное, алисум. Вот в эту в одну плошечку я вот эти три цветочка я посею на снежок. Смотрите, значит, грунт я взяла универсальный. Вот, к нему добавила немножко своего грунта все-таки с огорода, капельку совсем там, четвертую часть, может быть. Смотрите, насыпала сначала вермикулит, я всегда во все, во что бы ни сажала, я в первую очередь, я вот оставила специально на дно, я всегда и в стаканчике буду, если высаживать, то обязательно вермикулит на донышко, дырочки. Здесь дырочек нету, потому что это как бы временно, я не буду ее замокать, она у меня не будет. Поэтому вот вермикулит и потом вот этот хороший грунт я насыпаю. Вот так, сейчас я быстренько насыплю, чтобы много внимания. Вот так вот. Здесь 3 сантиметра вполне достаточно для того, чтобы именно посевы сделать. Потом я их буду в стаканчики пересаживать, переваливать. Вернее, пересаживать, не переваливать. Это если в стаканчике. Так, притоптала немножечко вот так, вот так. Вот, и сделаю вот такие вот бороздочки. Надо вот такие бороздочки сделать. Ну, вот 3 я сделаю вот так. Вот 1, 2 и 3. И в эти борозды, бороздки вот такие вот посею. Наверное, криво тороплюсь. Я, как всегда, тороплюсь. Почему, не знаю. Но тороплюсь. Все, боюсь опоздать. Чего-то вот так. И теперь я сверху сейчас положу снежок. Вот сейчас я сбегаю за снегом. Ну вот, я сбегала, зачерпнула немножко снега, капельку прямо. И вот сейчас я его в бороздке вот так вот прямо положу. Угу. Неправильно сделала. Видите, грязная ложечка. Ну вот, видите, взяла чистенькую ложку, а то и разожила снег, а то не будет видно, что мы там насеяли. Вот так, сейчас я быстренько эти семена. Ну вот сначала Вильям лобелию. Вот, кстати, я забыла сказать, что я подписала ее. Видите, вот здесь. Видно вам. Вот лобелия. В эту бороздку будет лобелия. Вот это первая. Потом вторая будет Вильям и алисум. Вот я так 3 строчки посею. Вот они у меня. Сейчас они такие мелкие. Вот почему я и в прошлом году на снег посеяла, и все, никаких проблем. Зашли хорошо, очень хорошо. Мне понравилось, поэтому я сейчас решила так. Ну вот так, лобелия, проверяем. Лобелия 1. Я ее и здесь подписала, и здесь 1, первый номер стоит. Ну, теперь потихонечку вот так я их посею. Видите, какие мелкие, просто невозможно их. Наверное, маковое зернышко будет в 100 раз крупнее, чем это лобелия. Вот оно, ой, вообще мелюзга, мелюзга. Ну, такие мелкие. Я не знаю, вам видно или нет.
Вот так. Все, сейчас досею полностью все. Вон, они милюсенькие. Что можно, как их можно брать? Вот представляете, какие мелкие семена? Конечно, естественно, только на снежок и надо. Вот на снег видно, что хоть все. Вот так. Ну и также можно сверху теперь тоже положить снежок. Вот смотрите, видно вам? Я не знаю. Вот. И вот сверху тоже снежка немножечко положить. Вот так. И все. И в пакет поставим. В пакет поставить и все. Алису немножко покрупнее. Поэтому можно так вот. Вот, видите? Алису хорошо. Ну, вот так вот и все. Хотя у меня Алису, я хочу сказать, я в прошлом году не сеяла Алису, потому что у меня много очень вышло самосевом. Не знаю, выйдут в этом году или нет, но в прошлом году и голубой вышел, и белый очень хорошо вышел. Ну, может быть, и сейчас выйдет, но на всякий случай сею. Ну, вот. Ну, вот, видите, видно вот так. Вот теперь опять все снежком. И все, снег, он уже на лабели уже потаял снежок. Вот такой вот у нас 8 марта со снегом. Вот такую первый посев сделаю сегодня немножко. Так, снежка поставлю сюда. Быстро тает, пушистый. Вчера целый день и ночью идет, все засыпал. Я уже ходила там, уже и обрезки делала. Вот, уже так хочется. Скорее весны. А, снег выпал. Вот так, Ростов-на-Дону. На 8 марта нам заснежил все. Ну, все, друзья. Вот, в принципе, наверное, с этим видео достаточно. Также я еще посею. Сейчас уже не буду задерживать ваше внимание. Вот так снежок. Да, сейчас. И нужно накрыть обязательно пакетом. Почему снег хорошо? Потому что я ничем не поливала грунт, видите? Только снежок вниз и наверх. Все, это талая вода. Здесь ни хлорки, ничего. Я ничего абсолютно не делала, не поливала грунт. Ну, он влажный немножко у меня, потому что я его немножко пролила, когда подсыпала земли. Я немножко фитоспорином обработала грунт. Вот, на всякий случай. Вот так все наложили. И теперь в пакетик. Вот так вот теперь в пакет ставлю. И отнесу, конечно, я здесь, хотя у меня здесь тепличка тепленькая, но тем не менее где-то 20 градусов. А чтобы хорошо они вышли, надо все-таки побольше. Я отнесу, поставлю, там у меня есть батареи, возле батареи я сегодня померила, 25 там. Вот, поэтому я отношусь сейчас на батарею. Вот, светить сейчас не надо ничего. На батарее будет быстрее. Они проклюнутся. Как проклюнутся, конечно, я вам покажу. Ну вот, собственно говоря, все на сегодня. Вот три я сегодня посеяла. Лабелью император Вильям. Это кустики. Очень красиво. Я не знаю, может быть, я вам покажу. В это видео сейчас монтирую прошлогодние кустики. А это вот амперные, тоже очень красивые, так с горки, прямо на камни ложились, очень красиво. Ну и алисум, конечно, у меня сам, я в прошлом году не сеяла, позапрошлом году я этих сеяла. И они у меня вышли в прошлом году, я же говорю, разного-разного цвета. Здесь вот смесь окрасок, они разного цвета вышли. Ну все, я не буду ваше внимание задерживать, потому что я хочу еще петуньки вот такие посеять. И обрею это фруктовое дерево, это тоже для горки очень красивое цветочки. Ну, вот такую петуньку вот сейчас еще посею, но уже снимать не буду. Ну, на этом, наверное, и все, что на сегодня. Всем хороших праздников, вот, хороших урожаев. В общем, всего самого доброго вам. Если будут какие-то вопросы, задавайте, если непонятно. Вот. А следующий я буду снимать. Я вот здесь уже позамачивала, поставила огурцы на протравливание. Не знаю, может быть, сниму сегодня, а может быть, нет. Может быть, уже завтра сниму. Все, всем всего доброго. Пока-пока.